Так, оставили оффроуд, едем. Едем в лагерь к бородачу. Что-то он там с колесом звонили, только что не разобрался до сих пор. Так, приехали мы опять в лагерь, бородач на месте. Сейчас посмотрим, что там у него. Да, камера лопнула на две части. Ну, естественная усталость или что там может быть. Больше ни от чего, то есть она... Так, с опозданием в 3 часа на трассу выходит бородач. Сейчас посмотрим, как он застрянет, а может и нет. Без лебедки, да? Без лебедки, конечно, там жестковатые точки, не знаю, с его весом. Будем надеяться, что не застрянет. Он уже что-то подочковывает, говорит, суббота 13-е. Все непросто. Камера лопнула тупо на две части просто. Дырка такая на пол камеры. Даже собака на бородача гавкала, а на нас тоже хочет. Да, в немох, в осенних прилуках будут приключения. Ну, сейчас, я думаю, что он найдет сейчас приключения. И нам ящик мы взяли, главное, бояться нам нечего. Бородач там свой ящик, который утром чуть не потерял. Ящик не назад улетел, а вперед улетел с запаски и упал на коробку, на трансмиссию там сверху лежал. Ну, слава богу, это капец. Назад, да. Это вообще капец. Ну да, кому-то под колеса. На встречку еще. Еще, да. Какой-то УАЗ чистый проехал. Ну, отравил нормально окружающую среду. Лучше не дышать минуты две. На дороге два унемога реально не развинулись. Два унемога, да. ЛуАЗ починился, едет, красавчики. Красавчики просто. Ну, ЛуАЗ, да, ремонтопригодность присутствует, в принципе, если есть запчасти и руки. Так, спускаемся вниз. Какие у него диоды стопы модные вообще. Так, слева точка. Знают они о ней. Да, думаю, да. Видите, все знает бородач. А тут он еще... Только через поле. Давай, давай, давай. Чуть не проскочил. Легких путей? Нет, конечно. Это ж бородач, он жесткий. Он жесткий. Что, включил заднюю? Нет. Или пока нет еще? Нет. Включил. Очкует. Да нет, надо беречь, машина дорогая. О, вот же это. Да, вот Андрюха здесь уже. Там вперед по длине ему сложно будет в то болото. Маньяк-каскадер. Сейчас посмотрим, не знаю. Где мы тут, надо нам поставить где-то в стороне. Тут его уже ждут фолловеры. В его классе. Стой! Да нет, та рядом, та вот здесь точка его. Вот здесь точка. Бородач по-жесткому пошел. То не ваша точка, ваша вот здесь. Там хорошая точка. А там не очень хорошая, здесь лучше. Да, конечно. Эти очканули, лапландеры уехали. Дефазик уехал, не взял. Вот так едь прямо, короче. Высота какая-то, второй этаж. А вы ту не нашли, да? Вот здесь она.
Так, бородач идет на жесткую точку. Тут такие перекосы. Что, поехал домой или что? Заочковал, да? Это там прикол был, что мы сюда пришли, он на трассу уехал. Так он уехал, да? Вот он, вот он, вот он, вот он. Да, тут непросто. Самурай тут так аккуратно ехал очень. Включил сразу заднюю, да? Как бородач. Нет? А у вас какие? Вы в туризме? Лайт. А, в лайте. Это хардовская. Да. Так, бородач. Все-таки был, наверное, прав. Точка, или это ребята неправильно брали. Вот вдоль той посадки нам направо вниз, он сказал. Ага. Сейчас мы его настигнем. Так, по словам бородача, куда-то сюда. Хорошо тут уже. Как-то не видно, что он тут ехал. Или он мягенький. Понятно, туда, не туда повернули, по словам бородача, сюда вроде, но вон какие-то люди есть. Какие-то люди в жилетах, какие-то здесь, на Ниве. Спроси про унимок у них. Они же сзади ехали перед нами. Так, нашли бородача, было непросто, да? Что ты скажешь? Подумал поехать. О, тут проехала машина, иди по следам. Андрюха, стой. Что там, взяли точку? А что же это за... Они в туризме, наверное, сегодня. Ни болото тебе, ничего. Все, уезжают. Вот это, блин, бойцы. Погнали. Иди по следам, как машина ехала. Анта 2, или взяли, или не нашли. А, так вот это и есть точка, типа? Они в туризме, наверное. Серьезно, вот эта точка? Наверное, в туризме. А, ну лебедки же нету, правильно. Так а шо вы в туризме? Что это, точка? Я не вижу с той стороны. Видели, как быстро подъехал, фотка раз и дальше. Так туризм это лайт или это еще один класс? Не, это еще проще. Еще? Так, бородач очканул и ушел в туризм, короче. Мы тут думаем, где-то он должен рубиться, а он в туризме. Ну, лебедки нету, да, еще не поставил. Так, мы тут сделали привал в ожидании оффроуда. И мы его дождались. Это Бобровица. Сейчас мы оффроуд увидим, наверное. Не знаю, конечно. Хотя 69-й это. Правильная машина. А нет, это не Гена или Гена. Гена, это ты? Ищите, где-то есть. Харт вон. Давайте в харт, но нафиг вам тут лайк. Пломбочка стоит на лебедочке. А, пломбочка стоит? Да. Нашли точку.